друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Знайти правду, чи можливо це, ви дізнаєтесь в нашій сьогоднішній програмі. І на прикладі героїв запевнитись, що справжня дружба допомагає долати будь-які труднощі, навіть змінювати життя на краще. Що нам залишається, крім правди, за неймінням істини в останній інстанції? Я предлагаю просто читателю задаться вопросом о верности дружбы, о том, как поступил бы ты сам в такой ситуации. Без отрицательных героев не получится интересного произведения, но никто не мешает автору сделать в конечном итоге отрицательного героя положительным. Все, безусловно, заканчивается чудесно, и правда находится, и она оказывается действительно прекрасной, хотя она у всякого своя. Сьогодні, друзі, на вас чекає зустріч з молодою письменницею Ангеліною Кріхіллі, яка представляє свою нову книгу «Как котенок правду искал». Друзья мои, если вы ищете правды, вы попали по адресу. Мы знаем, как найти правду. Правда, правда. Мы знаем, как найти правду. С помощью вот этой книги, которую я держу в руках – она принадлежит перу молодой писательницы Ангелины Кріхіллі. Мы уже на страницах наших программ встречались с Ангелиной, и мы рассказали о том, что Ангелина писала книгу «Найденыш», там щенок заблудился, а здесь котенок ищет правду. А вы знаете, сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. И вот мы являем миру, вернее, вам, дорогие телезрители, новую книгу Ангелины Кріхіллі «Как котенок правду искал». Ангелиночка, мы обещали телезрителям рассказать о твоей новой книге, которая была в работе. Помнишь, мы с тобой встречались, и ты говорила, что ты работаешь над новой книгой «Как котенок правду искал». Это сказка, но в этой сказке сосредоточена мудрость. Как найти правду? Или ты уже нашла правду? Разве есть люди, которые ее нашли однозначно, стопроцентно и уверены, что вот это она? Ну и потом, правда, штука такая относительная и субъективная, даже психологи об этом говорят. А с другой стороны, что нам остается, кроме правды, за неимением истины в последней инстанции? Ангелиночка, но эта твоя книга отличается от той книги «Найденыш» тем, что здесь, друзья мои, это книга с секретом. А с каким секретом сейчас Ангелина нам расскажет? Да, Анетта, ты очень правильно сказала. В этой книге читателя подстерегают сразу несколько, я надеюсь, что приятных сюрпризов, потому что очень долго прорабатывала не только текст, но и его подачу. Мне кажется, это одна из очень важных составляющих, потому что, читая книгу, мы смотрим не только на контент, не только на содержание того, о чем мы читаем, но мы смотрим на то, как она нам подана, в каком виде, хотим ли мы ее читать, насколько она для нас полезна. Собственно, даже я возьму книгу, чтобы было более наглядно для меня самой, потому что обнаружила, что со временем, работая над следующими книгами, я начинаю постепенно забывать предыдущие, потому что их настолько много. Общаясь с другими авторами, со своими коллегами, мы часто шутим, что порой приходится героев пересаживать в своей голове из одного произведения в другое, иначе... То есть они у тебя перешагивают из одной сказки в другую сказку? Они просятся жить, а вот поменяй меня местами, хочу к тому, вот к соседу. Поэтому и начинаешь просто запутываться. Я вот завожу себе блокноты и записываю, кто у меня откуда, потому что их очень много, потому что пока работаешь в буквальном смысле, пишешь одну книжку, в голове уже несколько других, и они между собой все начинают дружить, и ты понимаешь, что ты где-то в сумасшедшем доме просто находишься. Поэтому я для наглядности беру, чтобы понимать, о чем я говорю. В прологе, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, я говорю о том, что один очень близкий, дорогой мне человек считает, что книги делятся на две таких условных категории. Это очень интересные книги и очень полезные книги. Открою секрет, этот очень близкий человек, это моя мама, вот, которая является по совместительству и моим бета-ридером. Такое чудесное. Это новое слово какое-то?
Да нет, это вполне себе старое слово. У нас сейчас принято заменять английскими словами какие-то длинные русские предложения. Вот. А что такое бета-ридер? Это человек, который с пристрастием в первый раз читает книжку и говорит, а вот это не так, а с этим я не согласен, да слушай, у тебя здесь не стыкуется. Но человек, который делает это очень деликатно. Вот, вот есть даже такие должности, как бета-ридер, вот в некоторых издательствах крупных. Многие писатели просто нанимают бета-ридеров вот, для того, чтобы до того, как это придет в широкую аудиторию, кто-то один прочел и сказал, это так, это не так, и я вот как читатель, а баба-яга против, да, вот. Так вот, мне очень хотелось, чтобы книжка была интересной, ну, тут уже зависит, получилось у меня, не получилось, и полезной. И вот тут я действительно очень старалась. В каком плане? Книжка переведена написана на русском языке и переведена затем на украинский и английский языки. Почему? Ну, здесь все просто. Регион у нас русскоязычный, но державная мова украинская. Вот. И люди немножко двоятся, выбирая книгу для чтения. Читать им на русском, читать им на украинском. Возникают даже целые дискуссии о том, можно ли считать украинским писателя, который проживает в Украине, но пишет на русском языке. Ну, это такие очень спорные, сложные вопросы. Ну, да, до сих пор идет спор о том, какой писатель Николай Васильевич Гоголь, да, например. Да. И таких действительно вопросов сейчас они становятся более остро, чем когда-либо, к сожалению. Но факты есть факты. И, поэтому я решила, что будет здорово, если у детей и их родителей, когда они будут читать, не возникнет вот этого отсутствия выбора. Мне хотелось, чтобы у них была возможность читать как на русском, так и на украинском языке. К тому же я обнаружила, что одна и та же книга на разных языках читается по-разному. Но я сейчас до этого еще дойду, вернусь. Итак, она переведена на украинский язык. Я с этим очень долго промучилась, потому что переводила сама. Вот, и переведена на английский язык. Тоже сама переводила? А вот и нет. А вот и нет. Для перевода на английский язык я обратилась к одной из самых известных наших таких заслуживших авторитет школы английского языка. Это школа Адриан. Вот. Они откликнулись с радостью, им был интересен этот проект. И они осуществляли, их педагог Вероника Писарева осуществляла, собственно, перевод книжки на английский язык. Вот. Поэтому получилось целых вот три перевода в одной книге. Что касается восприятия, читая как-то на русском и на украинском языке произведение одного из авторов, я поняла, что общую картинку я вижу совершенно по-разному. Ну вот вроде бы текст один и тот же, сюжет один и тот же, да? Но вот за счет красоты одного языка, красоты, тонкости и нежности другого языка складывается абсолютно разное впечатление. Поэтому в этой книжке я оставила интерактивную составляющую, если помнишь, мы обсуждали в тот раз, что ребенок и с родителем вместе может нарисовать, каким он видит героя сказки. Вот. И в дальнейшем это послужит как для развития, как для родителя, чтобы он знал, на какие моменты воспитания обратить внимание, так и, в принципе, для психолога, если возникает необходимость его посетить, это уже рабочий материал в таком случае. И здесь я, в общем-то, использовала тоже этот прием, потому что он очень хорошо прижился среди читателей, он понравился. И я поняла, что я не зря рисковала, проводя этот эксперимент литературный. Но здесь странички оставлены после каждого перевода. Вот именно по той причине, о которой я говорила, потому что текст воспринимается каждый раз по-разному. И последний такой, в общем-то, не то чтобы сюрприз, но интерактивная составляющая заключается в том, что у читателей есть возможность ответить на некоторые наводящие вопросы. Ответить не мне, не своим близким, с которыми читали, но ответить самим себе. Верный ли друг котенок, который, бросив все и отправившись в страшное, в общем-то, для него маленького котенка оказаться в темном лесу, это страшное путешествие, на самом деле опасное. Вот. Безусловно, все благополучно заканчивается. Я знаю, что ты всегда спрашиваешь, все ли хорошо. Ну да, должен быть жизнеутверждающий какой-то момент, который и ведет нас, в принципе, по жизни. Ну да. Вот. Все, безусловно, заканчивается чудесно, и правда находится, и она оказывается действительно прекрасной, и, хотя она у всякого своя, вот. Но я предлагаю просто читателю задаться вопросом,
поверх тех вопросов, которым он задается во время чтения. О верности дружбы, о том, как поступил бы ты сам в такой ситуации, на месте котенка, на месте мальчика, который является другом котенка, на месте мамы кошки, к которой котенок бегал за советом, и на месте многих других животных и птиц, к которым обращался за помощью, которые помогали котенку. То есть я пытаюсь дать такой рабочий материал для размышлений своему читателю, которым дорожу и которого уважаю. Ангелиночка, ты сейчас сказала, что когда читаешь на русском языке, одно восприятие, на украинском языке другое восприятие, на английском языке третье восприятие. Я хочу, чтобы вы, телезрители, прониклись вот этим чувством, как один и тот же текст, один и тот же сюжет на разных языках звучит по-разному. Можно ты прочтешь буквально маленький фрагмент на русском языке и на украинском языке, если хочешь, и на английском? Ну, на английском это, наверное, перебор, потому что я его просто не потяну. В школе училась не так хорошо. Хорошо, давай тогда просто вот, чтобы телезрители увидели красоту сюжета на разных языках. Ну, давай попробуем. Я найду фрагмент, который мне нравится. Это встреча котенка с лесовичком-боровичком, которому, в общем-то, это его конечный пункт назначения. Лесовичок знает абсолютно все, по мнению лесных жителей, которые его котенка отправили к нему. Фрагмент из этой беседы. «Ежели кто в доме с честностью не дружит, так и правда в гости не захаживает, и добро со временем в другом доме поселяется. Правда красивой али некрасивой не бывает. Она всякая, это как поглядеть на нее», — рассудительно произнес старик. «И всякой правде свой черед. Вот ежели на звезды днем посмотреть, увидишь ли ты их?» «Нет», — ответил котенок, с удовольствием посмотрев на звезды, которые, казалось, подмигивали ему с небес. «А ежели ночью поглядеть?» «А ежели ночью, то видно», — мечтательно ответил котенок, снова глядя на звезды. «Так, стало быть, нужно научиться ждать днем до ночи, чтобы звезды увидеть, а ночью до утра, чтоб солнце взошло. Всему свой черед», — сказал боровичок, пристально всматриваясь в любознательного котенка, который внимательно слушал старика, не переставая любоваться то светлячками, то звездами. Вот так вот, друзья мои, понимаете, детская сказка, но какая глубокая философия заложена в этих словах. Всему свой черед, так что не будем торопиться. И послушаем сейчас фрагмент на другом языке. «Значить, якщо Іван правду не знайшов, наше добро в інший будинок переїхало?» – злякано запитала кошеня. «Ще ні, не переїхало», – відповів старий. «Якщо ти в ліс за нього пішов, а сам Іван хоче правду знайти, щоб мамі повернути гарний настрій, і мама не сварила його, то добро ще живе у вашому будинку. Але поквапся запросити в будинок чесність, і тоді ці троє збережуть щастя у вашому домі». Ангелиночка, в твоих устах и русский язык, и украинский просто, понимаешь, очень красиво, правда, звучит. Но, наверное, так и должно быть, чтобы писатель хорошо владел и речью, потому что если писатель не будет владеть речью, он не сможет писать или сможет? Знаешь, с одной стороны, я с тобой, безусловно, согласна стопроцентно, а с другой стороны, я чем больше пишу, тем все больше склоняюсь к тому, что... Безусловно, писателю нужно общение. Для меня лично очень дороги минуты общения со своими читателями. Это какое-то особое волшебство и таинство, когда ты делишься с ними мыслями, помогая взглянуть на тот или иной поступок, на того или иного героя, как, в общем-то, на себя со стороны, по сути. А от них получаешь, ты открываешь им свою душу, они делишься своей любовью, своими мыслями, а они в ответ открывают тебе свои сердца и делятся с тобой своей добротой, светом, своими размышлениями. Вот это очень важно. Но вместе с тем как-то все меньше общаешься. Вот чем больше ты пишешь, чем больше ты себя вкладываешь в тексты устные, то есть в тексты письменные, тем меньше ты внимания и времени уделяешь общению, потому что физически просто не хватает. Если кажется иногда, что писатель не каменщик, он не устает. На самом деле...
Телезрители, если вы не писатели, поверьте мне, писатели тоже устают. И бывает, что устают намного больше, чем даже какой-то тяжелый физический труд. Я на самом деле не берусь сравнивать, я вообще восхищаюсь любым человеческим трудом, начиная от дворника, благодаря которому мы живем в чистоте, да, заканчивая директорами, которые несут на себе ответственность, это тоже груз, и моральный груз он давит так же, как физический. Но вот рождественские каникулы, я не знаю, кто как провел рождественские каникулы, но я их провела за работой. По 12-14 часов работы над текстами, когда ты к вечеру понимаешь, что твои глаза смотрят друг на друга, и ты с трудом понимаешь, о чем вообще речь уже. Но это настолько... Вот вроде бы ты иссяк, тебя как выжили всего, но с другой стороны, ты испытываешь такое ни с чем не сравнимое удовольствие. Кого-то поженил, кого-то развел, кому-то устроил какие-то лабиринты судьбы, кому-то встретил друга, кому-то... И вот это вот все, оно происходит внутри твоего сознания, внутри твоего сердца, и ты всем этим, как марионеточными куклами, управляешь, но вместе с тем ты являешься частью каждого из этих героев. Это, ну, это настолько восхитительно, действительно, я не знаю, какое другое слово подобрать. Это... Вот когда спрашивают, какое у вас яркое воспоминание, да, вот, наверное, вот эти моменты — это яркие воспоминания, когда кто-то вспоминает, где он был, где отдыхал, я вспоминаю, что я писала в этот день. Ну, вот это такие какие-то. Хотя у меня есть, знаешь, чудесное, яркое воспоминание с детства. Я в детстве очень много болела, поэтому часто сидела дома, когда мои друзья гуляли. Вот. И уже тогда что-то писала, и очень хотела, мечтала прям. Не было, тогда только еще появлялись компьютеры, вот эти с огромными мониторами выпуклыми. Я мечтала об электронной печатной машинке. Ну, мне так хотелось, я думала, ну вот, я вот все время лежу, болею, а так бы я уже печатала, и это быстрее, потому что чем быстрее ты разгоняешь свою мысль, тем больше рука за ней не успевает, и вот этого написания ручкой на бумаге мало, нужно быстрее. Когда скорость набора хорошая, то, ну, это неоспоримое подспорье просто. А вот есть писатели, которые утверждают, что необходимо обязательно писать именно ручкой, потому что есть некая связь между ручкой, когда пишет рука, и вот здесь вот, где головой, где рождаются образы. Я бы с удовольствием, наверное, так и делала, но, не знаю, я очень быстро думаю и пишу очень, набираю тоже очень быстро. Ты вот все делаешь быстро, да, Ангелина? А пишу медленно. Медленно, поэтому я для этого завожу дневники и там записываю какие-то такие особые мысли, которые потом вплету в общую канву сюжета. Ну, мы остановились на том, что ты мечтала об электронной печатной машинке. Да. Сбылись ли мечты детства нашей героини? Ангелиночка, сбылись? Вот скажу тебе так. Благодаря моей, скажем, фее домашней, опять-таки моей маме, она на все это долго смотрела. Мы жили очень небогато, поэтому просто пойти и купить ее, ну, было достаточно непросто. Извини за тавтологию. Вот. И в какой-то день мама куда-то ушла, сказала, я вернусь. Побыть немножко дома. Я маленькая еще, знаешь, мне как-то... Ну, сказала, да, хорошо. Ну, маму надо слушать. Да, конечно. Вот. Мама вернулась, а был снег. Это почему вспоминается? Потому что вот это Рождество, да, и Рождество из детства. Был снег, все замело, вот все метет, тяжело пройти. Открывается дверь. Заходит моя мама и тащит, в буквальном смысле тащит в руках, потому что электронная машинка была, в принципе, тоже достаточно редкой. Это я увидела где-то в кино писателя и сказала, о, хочу такую же. Вот. Но ее оказалось очень сложно найти, и мама несет железную, автоматическую, в общем, такую машинку, 30 кг она весит, через весь город. По заснеженным улицам она несла это, чтобы я могла, вот, чтобы мечта сбылась. Я когда увидела эту машинку, ну, естественно, ее в кровать не положишь к себе, болеючи, да, пришлось сесть за стол. Вот, она пробивала дырки в вот этой ленте, была такая с краской, благодаря которой появляются буквы. Вот она, там, где буквы О, Ю, она их пробивала эти все, нали? Вот. Но для меня это было такое удовольствие просто, ну, ни с чем не сравнить. Мало того, что удовольствие от того, что ты получил то, что хотел, мечта сбылась, мало того, что для меня это как первых шагов писателя было очень важно, для меня еще была очень важна вот такая поддержка не словом, а делом самого близкого человека, которого я теперь и называю бета-ридером в шутку, да? Когда тот
кто тебе дорог, и тот, кому дорог, ты тебя поддерживает, то это очень важно на самом деле. Не так вот, да, я тебя поддерживаю, и ушел во свояси, да, а вот такими яркими, ну, невероятно ценными поступками. Это бесценные моменты, и они сразу вспоминаются, когда садишься работать, вызывают какую-то такую улыбку, умиление, доброты. Ангелиночка, а будь добра, ты уже тогда, когда ты мечтала об электронной печатной машинке, ты уже тогда знала, что писательское поприще тебе по плечу? Я думаю, что в обратном порядке. Я сначала знала, что я не знала, что по плечу. Я и сейчас не могу сказать, что по плечу. Это пусть говорят читатели. Получается или не получается, разве я могу сказать? Это не в моей компетенции. Но я знаю, что я без этого не могу. И знаючи это, да, я нуждалась в этой технике, поэтому для меня компьютер – это что-то очень важное, не потому что это техника, а потому что она дает определенные возможности. Возможность работать быстрее, возможность угнаться за собственной мыслью. Знаешь, вот ты говоришь угнаться за собственной мыслью. Телезрители, я не знаю, насколько вы можете угоняться за собственными мыслями, потому что мысль, она быстрее даже скорости света, насколько я знаю. Я когда-то читала в детстве сказку, где герои, дети полетели на мыслеплане в далекую-далекую галактику. То есть мысль, она... даже скорость мысли вообще представить себе невозможно. И мысль, она имеет либо созидательную силу, либо разрушительную силу, или нет? Или она не имеет такой волшебной силы? Ангелина, как ты думаешь? Я думаю, что человек, как совершенное творение Бога, имеет очень много волшебных сил. Просто часть из нас не осознает этих сил, часть из нас не использует их или использует какую-то только часть из них, малую толику. Но в принципе каждое наше действие – это волшебный пазл от общей картины Вселенной. Ангелиночка, ты как писатель, и ты встречаешься со своими героями, и тебе приходится проживать, ты с удовольствием проживаешь их жизни. Скажи, пожалуйста, у тебя ведь, наверное, есть любимые герои, а есть нелюбимые, или все, даже отрицательные герои, они любимы, или у тебя нет отрицательных героев? Ну, без отрицательных героев не бывает, должен быть герой, его противник, безусловно, антагонист, куда без него-то? Должно быть, вот есть герои, есть тень, вот как мы сидим, и за нашими спинами, вот мы с Ангелиной, и за нашими спинами тени, которые за нами наблюдают. Или мы за ними. Да. Я думаю, что, во-первых, это закон жанра. Обязательно должно быть противодействие, иначе автору самому будет неинтересно писать. Нужно обязательно, чтобы что-то происходило, бурлили какие-то события. Без отрицательных героев не получится интересного произведения, но никто не мешает автору сделать в конечном итоге отрицательного героя положительным, перевоспитать его или открыть в нем такие стороны характера, о которых не догадывались ни читатели, ни сам автор даже в начале произведения, когда он еще не знал, к чему он приведет всех своих героев. Ну и потом, наверное, я люблю одинаково каждого своего героя, потому что ведь с каждым из них я проживаю то, что проживает он, не только с положительными. Поэтому, как говорил Анатолий Кот, чтобы герой получился хорошо, нужно любить его таким, какой он есть. Понять его мотивацию. Вот когда ты понимаешь, почему он так делает, ты смотришь, как говорят в полиции, да, чтобы поймать преступника, мысли как преступник, да. Вот чтобы понять, почему он так поступает, мысли как он, чувствуя как он. А все это надо пережить внутри себя. Поэтому, как его можно не любить? Это же часть, это как кусочек сердца. Представляете, телезрители, кусочек сердца Ангелина каждому отдает своему герою. И, конечно же, в первую очередь вам отдает свое сердце. И вот мы вначале говорили о том, что если вы ищете правду, то вы обратились по адресу. Забегая вперед, Ангелиночка, котенок нашел правду? Да, безусловно, он нашел свою правду, конечно. Сьогодні, друзі, ми з вами шукали правду разом з героями письменниці Ангеліни Кріхєлі. Сподіваюсь, що її нова книга «Как котенок правду искал» допоможе знайти правду і вам, якщо ви цього бажаєте. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре!